Добрый вечер, друзья. Рад вас видеть сегодня. Давайте проверим для начала качество связи. Все ли хорошо слышно, видно? Пожалуйста, поставьте плюсики или цифрами, какое качество связи у нас. Вижу, что все отлично. Большое спасибо. Ну, действительно, с прошлого вебинара моего прошло вроде бы и не так много времени, но столько было всевозможных событий, просто о них можно говорить, наверное, много-много часов. Но я все же немного вернусь к этим событиям, расскажу, что происходило. Ну, во-первых, у нас состоялась в Москве золотая конференция, люди, выполнившие промоушен на золотую конференцию, собрались и действительно очень успешно, очень полезно была проведена эта встреча. Это было у нас, сейчас скажу точную дату, 6 апреля, 6 апреля в конференц-зале в таком уютном, действительно очень хорошо пообщались, обозначили много вопросов, поделились с друг с другом опытом. Конечно же, очень было полезно, и я думаю, очень много положительных эмоций было. Действительно, потому что информация была очень такая насыщенная. Далее, на следующий день у нас в субботу уже, это было 7 число, 7 апреля, состоялась первая презентация косметики, которую мы так долго ждали, которая действительно абсолютно уникальная. У нас три новых продукта в этой серии. Это Imperium Cosmo 1 Scrub для лица, Imperium Cosmo 2 это крем для лица, и Imperium Cosmo 3 это сыворотка для лица. Сейчас, в данный момент, они продаются и предлагаются наборами в такой очень красивой коробочке, очень красивого цвета, фиолетового. Ну вот вы можете на картинках это видеть. В дальнейшем, конечно же, будет и по отдельности продаваться. Это вот будет в самое ближайшее время, тоже все будет в отдельных коробочках, потому что это такой уже премиальный сегмент, да, потому что из-за того, что технология производства непростая, из-за того, что компоненты в косметике, ну, просто такая объективная реальность, что они очень дорогие, мы не можем сделать косметику более дешевой, да, более доступной, но в любом случае цена-качество, здесь соотношение у нас очень хорошее, потому что действительно то, как действует косметика, она может стоить и в 10 раз дороже на самом деле. Она все равно у нас относительно доступная, да, в принципе, люди могут широко ее применять. Что еще хорошо, у нас как раз вот эта коробочка, этот набор из трех продуктов Imperium Cosmo, он как раз соответствует по цене, и это вообще здорово, большому стартовому пакету Start Pro. То есть мы можем уже привлекать новых интересных людей на эту косметику уже со стартовым пакетом Start Pro. Действительно, первая презентация, она была очень интересная. Кроме информации, было еще и шоу, все очень ярко. Я думаю, у нас, конечно же, вообще презентации по косметике будут максимально яркими, максимально полезными, как и была первая презентация.
С докладом выступила Ирина Устижанина, потому что тоже у нее большой опыт работы в направлении косметологии, и она очень многими интересными аспектами поделилась и рассказала именно почему наша косметика очень эффективна, за счет чего, какие механизмы она вызывает и за счет чего вот проходят и устраняются морщины, и повышается регенерация в коже. На самом деле, как я уже раньше тоже говорил, здесь у нас использована в этом продукте, в косметике, разработки трех научных групп, которые, в принципе, можно было запускать отдельно. Может быть, с точки зрения маркетинга это даже было бы и выгодно компании, да, чтобы был больше ассортимент и чтобы люди больше тратили денег. Но мы решили, что нужно все эти технологии объединить в одном продукте. Допустим, крем, сыворотка. Эти действительно продукты объединяют все вот эти три технологии. Это технологии Power Matrix, энергоинформационная. А там есть структуры, да, которые воздействуют информационно на кожу, заставляя кожу действительно омолаживаться. Здесь разработки научной группы, которая работала очень долгое время над особым состоянием кремния, оксида кремния, который есть в составе крема и сыворотки. Причем, действительно, эта технология, она, ее невозможно повторить, потому что очень, во-первых, наукоемкая эта технология, и получение этого вещества, этого оксида кремния, такой формы, такой структуры практически невозможно где-то повторить. Для этого нужно очень серьезное оборудование, очень серьезные лаборатории, которые просто в редких странах и встречаются. Вот России повезло, действительно, она обладает тем научным научной базой, которая позволяет получить данное вещество, которое обладает очень мощным биологической силой, биологическим действием. И третья технология – это мицеллярная технология, то есть реальные мицеллы, липосомы последних поколений, которые, в принципе, в России невозможно практически, по нашим исследованиям, по нашим обзорам, которые мы делали, на рынке России не представлены такого уровня мицеллы. И мы здесь объединили все эти три технологии в одних и тех же продуктах. То есть нам не нужно здесь уже покупать и то, и то, и то. Мы покупаем один набор, да, и уже в нем все технологии эти абсолютно прорывные, инновационные, собраны. Конечно, неспроста тот эффект, который есть. Потому что те, кто начал пользоваться, вы можете тоже поспрашивать или у своих спонсоров, или у знакомых, кто успел приобрести косметику, действительно эффект очень мощный, и в течение первых же дней, даже если с первого раза может быть не так ярко ощущается, но первые уже несколько дней уже четко прослеживается положительный эффект и динамика изменения структуры кожи. Это мы наблюдаем. В принципе, так и было задумано.
чтобы она была действительно максимально эффективной. И, в принципе, тот результат, который мы получили, он соответствует нашим ожиданиям. И, конечно, это очень радостно. Ну и тем более, что и структура, и запах, и вообще использование, все очень приятное. Это тоже один из плюсов. Также 7 апреля в этот же день состоялась торжественная церемония вручения награды «Сфера здоровья 2018». Очень тоже яркая церемония. И, конечно же, эта церемония «Сфера здоровья» – это награда в области здоровья, такая действительно очень актуальная на сегодняшний день премия, как и заметили многие ее известные участники. Полное название – это национальная премия «Сфера здоровья» за достижения в области укрепления здоровья и повышения качества жизни. Инициаторы премии и экспертное жюри, включающие известных ученых, артистов, спортсменов, политиков и общественных деятелей. И вот как раз в этом году она прошла 7 апреля. А в прошлом году, в 2017 году, это было 8 апреля. То есть всегда, каждый год, уже по традиции, в апреле это событие происходит. В этот раз на площадке отеля Бородино, в отличном зале этом, состоялась вот эта торжественная церемония. Ведущим церемонии стали Игорь Минин, председатель ассоциации организации в сфере обеспечения общественного здоровья и активного долголетия «Конвент национальной безопасности здоровья и инноваций», ну и президент «Империум Групп», и Светлана Дружинина, советская российская киноактриса, режиссер и сценарист. Но я не буду перечислять всех, кто получил награду эту. Конечно же, было много очень людей из «Империума», да, и Чернецова Лариса Вячеславовна, и Лисун Наталья Федоровна, и Волкова Любовь Прохоровна, и многие-многие другие. Потому что действительно мы находимся на вот этом передовом рубеже науки и новых технологий для сохранения здоровья и молодости. Так, и после окончания церемонии, да, через день после этих событий и презентации, и «Свежее здоровье», и «Золотой конференции», изумрудная команда нашей компании, те, кто выполнили сложный промоушен на Доминикану, они отправились в Доминиканскую республику на изумрудную конференцию. Действительно, изумрудная конференция, хотя она вроде бы была всего лишь тоже чуть больше недели, длилась, но была настолько мощно насыщена событиями, что кажется, что прошло, наверное, не один месяц в соотношении эмоций, событий, вообще несколько лет, наверное. Каждый день был очень разным, очень интересным и, я думаю, для всех очень полезным. Но я не буду сегодня долго об этом говорить, я думаю, вы и в социальных сетях видели фотоотчеты, и видео было, и
исключение из Доминиканы был специальный вебинар и приветствие и так далее. Что я сегодня не буду останавливаться надолго, но действительно это было что-то, и на таких событиях нужно, конечно же, быть. И здорово, что у нас есть сейчас промоушен на сентябрь, на Средиземное море и Стамбул. Следующая поездка, следующее путешествие вместе с Imperium Group. И в этой поездке примут участие, наверное, более чем 100 партнеров нашей компании. Почему бы и вам не поучаствовать в этом событии в сентябре, не поехать на Средиземное море и в Стамбул? Потому что условия на самом деле очень легкие. Это еще раз повторю. Апрель – это всего лишь директор, май – серебряный директор, июнь – золотой, июль – золотой и август – золотой директор. И суммарный групповой объем за 3 летних месяца – 15 тысяч баллов и более. Но для новичков, те, кто пришел в апреле и мае, для них еще упрощены условия. Все подробные условия есть в новостях в личном кабинете. Можете их посмотреть. Потому что даже те, кто не успел в апреле выполнить их, уже в апреле стать директором, все равно имеет все еще возможность поучаствовать в поездке. Сейчас подробнее скажу. Для этого достаточно для тех, кто вступает в акцию с мая, по каким-то причинам не успел к выполнению приступить в апреле, нужно в мае стать серебряным директором или выше, в июне золотым, в июле платиновым и в августе платиновым. Это тоже очень в принципе, легко. Платиновый директор – это всего лишь 4 директора в разных ветках. А директор – это, ну, как я уже говорил, самая такая начальная ступень. А для тех, кто пришел к нам в апреле или мае, в мае достаточно стать директором, в июне – в июле и в августе золотым директором. И также суммарный групповой объем за лето 15 тысяч баллов всего лишь. Действительно, что еще нужно, почему бы не выполнить эти условия и не поехать полностью за счет компании на море и в Стамбул. Будет тоже очень интересная насыщенная поездка, потому что действительно, Стамбул – это тот город, в котором нужно в жизни обязательно побывать. Уникальный город с уникальной атмосферой. И, конечно же, мы все, я думаю, с вами поедем в эту поездку в сентябре. Так, сейчас слайды переключу. Итак, давайте вернемся к бизнесу, к плану вознаграждений Imperium Group. Действительно, для кого создана эта программа, создан маркетинг-план, создан план вознаграждений. Для тех, кто хочет получать ничем не ограниченный доход, который зависит только от личного участия. Для тех, кто хочет иметь гибкий график и самостоятельно планировать свое время. Для тех, кто любит общаться с интересными людьми. Для тех, кто любит получать
слова благодарности от людей, которым реально оказывал помощь. Для тех, кто действительно хочет учиться, развиваться, самосовершенствоваться и узнавать новое. Для всех этих людей создана эта программа, которая позволяет действительно все возможности получить от нее. Подключиться к партнерской программе, чтобы использовать уже для построения собственного бизнеса или для получения дополнительного дохода, очень просто. Нужно зарегистрироваться на сайте powermatrix.ru и выбрать и купить стартовый пакет. Регистрация бесплатная, но маркетинг-план включается только после покупки стартового пакета. На сегодняшний день у нас есть два вида стартовых пакетов за 4800 рублей и старт Pro за 14400 рублей. Во все стартовые пакеты входит продукция на выбор на сумму, соответственно, 5200 и 15600 тысяч рублей. 15600 рублей. В принципе, любой из стартовых пакетов дает возможность достигнуть максимальных результатов по партнерской программе. Но пакет Start Pro имеет ряд преимуществ, о которых я чуть позже тоже расскажу. Участие в партнерской программе возможно только по рекомендации одного из действующих партнеров. То есть зарегистрироваться мы можем только по рекомендации. Это основной базовый принцип. Партнер программы Imperium распространяет информацию о продуктовых программах группы компаний, свойствах продукции, опыте применения, потребительских свойствах, а также о бизнес-возможностях партнерской программы. Доход здесь ограничен только вашим собственным участием. Можно получать продукцию со скидкой, построить дополнительный доход или построить действительно серьезный бизнес. Итак, какие есть варианты сотрудничества с Imperium Group? Это клиент со скидкой, получать продукцию со скидкой или практически бесплатно, это вполне реально. Со своих покупок вы получаете возвратный бонус, то есть уже покупки существенно дешевле. А делая рекомендации, можно получать продукт или еще дешевле, или абсолютно бесплатно. Это зависит уже от начислений, от рекомендаций. Также второй вид участия – это дополнительный доход. Частичная или полная занятость – это ваш выбор. Действительно, некоторые работают где-то по найму, получают от этого удовольствие, реально как-то могут профессионально в этом развиваться. Но мы живем в такое время, когда дополнительный доход нужен практически всем, чтобы действительно жить более качественно и окружение, близкие люди тоже могли жить, качество жизни поднимать. Следующая, можно сказать, ступенька участия – это уже бизнес в Imperium Group. Приглашая новых людей в свою структуру, вы создаете свою команду, с которой пойдете к новым вершинам бизнеса. По мере роста команды будет расти и ваш доход. Нужно
только начать, компания создает условия, а вы вкладываете свою энергию, талант и действуете. Здесь можно зарабатывать от 50 тысяч до 300 и более. Следующая ступень – это международный бизнес. Imperium Group дает возможность построить международный бизнес. Возможность постоянного профессионального роста, развития команды, построения надежной многоуровневой денежной машины. Здесь, конечно, уже доход не ограничен. И мне очень приятно, что в нашей компании уже действительно многие строят международный бизнес. Уже структуры давно вышли за пределы России, есть и в странах Таможенного союза, Европейского союза, и сейчас все больше уже людей появляется и в других странах. Но пока компания официально работает, только Россия, Таможенный союз и Европейский союз. Но я думаю, что пройдет не так много времени, и будут открыты и новые страны. Итак, давайте поговорим конкретно о деньгах. Как мы получаем здесь деньги, с чего нам выплачивают наши вознаграждения? Первый вид дохода – это возвратный бонус. Это вознаграждение собственных покупок в Imperium Group. Покупая продукцию, вы на следующий день уже получаете начисление в ваш личный кабинет. Эти деньги вы можете использовать на покупку новых продуктов, на переводить любому участнику партнерской программы или использовать деньги по своему усмотрению. Следующий бонус – это быстрый бонус. Это на самом деле разновидность возвратного бонуса с той лишь разницей, что покупка производится на логин клиента. То есть у вас есть, допустим, человек, который совершил бесплатную регистрацию, но он по какой-либо причине не стал покупать стартовый пакет. Решил, что еще пока для этого рано, или просто хочет быть клиентом. Ну, у каждого могут быть разные причины. Покупая на свой логин, он приносит вам деньги, потому что его возвратный бонус ему не начисляется, потому что у него не куплен стартовый пакет, а эти деньги идут вам, то есть ближайшему спонсору, у которого куплен стартовый пакет. Это тоже выгодно. Следующий бонус – это стартовый бонус. Это уже плата, начисляемая партнером за покупку стартового пакета в 9 поколениях его личной структуры. Изначально бонус начисляется в 3 поколениях, но действительно, чтобы получать из 9 поколений, достаточно пригласить 9 людей лично. Сделать это вполне можно быстро, потому что стартовые пакеты доступны, особенно маленькие, за 4800 рублей. Поэтому выполнить условия для максимального начисления по максимуму с 9 поколений выполнить очень легко. Итак, как мы видим по табличкам, цифры в табличках различаются, потому что различаются стартовые пакеты. Стартовый пакет Start Pro, он сам дороже в 3 раза, но и с него бонусы идут тоже в утроенном виде. Поэтому, в принципе, работать со стартовым пакетом Start Pro намного интереснее и веселее, потому что действительно денег приходится в 3 раза больше. И у нас есть всегда возможность сделать апгрейд, покупку апгрейд. Если мы, допустим, зашли со стартовым пакетом Start и хотим
перейти на Start Pro, мы просто вот эту недостающую сумму доплачиваем и оформляем покупку Upgrade. И мы тоже уже будем получать со всех стартовых пакетов Start Pro нашей структуре утроенную сумму. Вот здесь и заключается разница пакетов Start и Start Pro, потому что если мы сами купили маленький стартовый пакет Start, то мы с любых пакетов получаем по базовой таблице, вот основная таблица, которая у нас в центре вверху. Неважно, какой стартовый пакет, Start или Start Pro, всегда идет начисление по этой таблице. Если у нас куплен у самих стартовый пакет Start Pro, то уже с пакетов Start Pro мы получаем в 3 раза больше. Для получения любых бонусов, начиная со стартового, нужна личная активность. Активность в нашей компании – это вот с тем продуктом, который есть, это максимум 2 покупки, да? 2 продукта самых дешевых. Допустим, 2 визума, сумма будет 2600, 620 рублей вернется. То есть нужно затратить на собственную активность 1980 рублей. Конечно же, те, кто действует, у них эта сумма легко компенсируется бонусами. Поэтому, ну, для этого мы и делаем, да, свою активность, чтобы получать бонусы и получать прибыль. Но при этом у нас есть каникулы активности для получения только стартового бонуса. То есть эти каникулы не распространяются на остальные бонусы, на базовые, на автомобильные, на командные и так далее. Это только для стартового бонуса. Если, допустим, стартовый пакет куплен в январе, для стартового бонуса активность потребуется с марта. То есть у нас есть время, чтобы запустить свой бизнес, чтобы уже не тратить собственные деньги на подтверждение активности, чтобы уже активность оплачивать с бонусов. Итак, переходим к базовому бонусу. В базовом бонусе уже есть ступеньки от консультанта до консула. Ну и условно их можно вот разделить на новичков, среднее звено, лидеры, топ-лидеры и уже лица компании, бренд-амбассадоры. А базовый бонус начисляется в виде фиксированных процентов от суммы покупки участников личной структуры. То есть в вашей структуре люди делают повторные покупки после покупки стартовых пакетов. И со всех этих покупок вы получаете свой процент. Стартовые пакеты, они учитываются здесь в виде баллов, в виде квалификационного объема, то есть для квалификации они учитываются, но с них не выплачивается базовый бонус, потому что все суммы выплат, они идут по стартовому бонусу. Вопрос, сразу вопрос. Отвечу, если партнер зарегистрировался 3 апреля, он может сделать активность 30 июня. 3 апреля, это получается у нас апрель, май, он может не делать, да, все верно. Неважно, в какой день месяца, можно и в конце месяца делать активность. Все верно, в июне уже партнер
будет должен сделать активность, чтобы получать бонусы в июле. Стартовые. Базовый бонус достаточно тоже у нас простой. На самом деле, чем проще логика начислений, тем прозрачнее и тем меньше шансов, что будет какой-либо обман. Да? Вы знаете, что в некоторых компаниях так все сложно сделано, чтобы никто ничего не мог понять, откуда и сколько идет денег. Многое не договаривается. Допустим, у нас нет требований к боковому объему, что очень важно. Во многих компаниях вначале об этом умалчивают, но когда человек начинает подходить к бонусам, он их не получает, потому что условия там, бокового объема, допустим, не выполнены, и выполнить их практически представляется очень большие сложности с этим бывают у людей. А здесь у нас все просто, у нас нету требований к боковому объему, у нас мы здесь получаем со всех веток, мы получаем с людей, которые обогнали нас по рангу, да, мы все равно получаем, у нас нету вот этих обрезаний, которые, в принципе, очень часто встречаются, да, когда в бонусах идет процент с разницей, да, вроде бы в таблице мы видим большие проценты, но реально, когда доходит до выплат, оказывается, что эти проценты нужно друг из друга вычитать, тогда получается вот эти полпроцента, которые и выплачиваются. Здесь у нас фиксированные проценты, мы всегда получаем их, расчет идет по ним, не вычитание. Ну вот со мной тоже соглашаются, потому что кто сталкивался, тот понимает, о чем речь. Боковой объем – это всегда необходимость постоянного, каждый момент времени искать новых и новых людей, потому что и есть такой момент, что людям становится невыгодно, когда происходит рост дистрибьюторов, и уже получается из бокового объема эти объемы выходят, и нужно искать опять новых людей. Но в этом и суть, чтобы оплатить меньше. У нас здесь такого нет. Итак, ну вот это начальный уровень, консультант, мастер, менеджер, директор. На самом деле, в принципе, кто начинает активно работать, он, ну и в большинстве случаев, уже будет директором за первые два месяца, потому что у нас директорская ступень, она очень легко достигается, потому что это всего лишь 1000 баллов, объема вместе со стартовыми пакетами, вместе со всем. А это, если в рублях по партнерским ценам считать, это 50 тысяч рублей. То есть в некоторых компаниях, как вы знаете, даже личная активность выше этой суммы, чтобы просто получать. У нас это уже ранг директора. При этом здесь нету никаких дополнительных условий, может быть хоть одна ветка, которая дает вот эту 1000 баллов. Уже человек становится директором. Далее мы начинаем получать все глубже и глубже по базовому бонусу. И начиная с президентских квалификаций у нас включается бонус бесконечности. Он начисляется уже со всей структуры ниже 10 поколения. То есть сколько бы у вас не было там людей, хоть сотое поколение, все равно вы будете получать
с этих людей. Это тоже очень важно, потому что по мере роста структуры в любом случае идет углубление, да, и постепенно появляются люди за 9-м поколением, 10-е, 11-е, 12-е и так далее. Поэтому важно, чтобы была возможность получать со всех поколений. Здесь это и есть. Ну, из топ-лидерских, вернее, даже вот уже с самых высоких рангов, амбассадор, сенатор и консул, здесь еще вырастают проценты по базовому бонусу. И что самое важное, конечно, для них намного важнее бонус бесконечности. У консула он 4,5%, это по всей уже, как я уже говорил, на всю глубину. Базовый бонус считается по итогам месяца. Как раз кто заходил сегодня в личный кабинет, увидел, что было начисление по итогам апреля сегодня. Выплаты были, начисления денег в личных кабинетах. Забыл сказать, что стартовый бонус, да, предыдущий бонус, который мы рассматривали, он начисляется мгновенно, что очень важно и что очень хорошо, потому что людям нужны деньги часто очень быстро, особенно в самом начале. Денег просто не хватает, или долги, там, или кредиты, и деньги здесь можно зарабатывать, начать прямо с первых же дней, это очень важно. Ну, базовый бонус уже по итогам периода, да, по итогам месяца проходит. Следующий бонус – это командный бонус. Мне он лично очень нравится, потому что мы за те же объемы, за которые мы получили в базовом бонусе, получаем деньги еще раз. Командный бонус начисляется в размере 15% от суммы всех базовых бонусов партнеров в вашем первом поколении. Почему очень выгодно, чтобы в вашем первом поколении было много успешных людей и как можно было шире ваше первое поколение? Как раз из-за командного бонуса. Ну, в принципе, базовый бонус у вас тоже будет из-за этого больше, но и командный бонус здесь очень вырастет, если у вас будет очень много людей, которые получают хороший базовый бонус. Он может, ну, это такой значительный вклад в ваши доходы в Imperium Group вносить, командный бонус. Я думаю, подтвердят люди, которые его получают. И автомобильный бонус. Кстати, тут еще в прошлом месяце был выплачен автомобильный бонус. К сожалению, забыл фамилию, имя, отчество, но в ближайшее время фотография тоже будет представлена. Была выплата автомобильного бонуса. Все больше и больше наших партнеров покупают автомобили за счет компании, за счет автомобильного бонуса. Это специальный накопительный фонд, средства которого расходуются на оплату автомобиля. Это может быть и кредит, или лизинг, чтобы быстрее получить, да, что если не хотите копить полную сумму, он рассчитывается как 10% от вашего базового бонуса. Здесь есть определенные условия, должны быть определенные обороты для каждой из ступеней. Ну и максимально автомобильный бонус может быть 100 тысяч в месяц. Ну и, как я уже говорил, у нас есть акции и подарки. Ну, во-первых, еще раз по акциям. Еще раз напоминаю, что у нас действует акция «Золотая осень 2018» на поездку на Средиземное море из Стамбула в сентябре 2018 года. У всех есть возможность поучаствовать в этой поездке. У всех есть возможность на сегодняшний день.
через месяц такого уже я сказать не смогу. Кто-то не успеет, но сегодня могут успеть все. Могут успеть все поучаствовать в этом промоушене, выполнить его и поехать полностью за счет компании в режиме «все включено» на море и в Стамбул. Надо этим воспользоваться. Потому что, ну, если ваши знакомые поедут, а вы не поедете, это будет, я думаю, не очень как-то приятно. Нужно всем ехать. Я ожидаю, что поедем очень большой командой на море. Там отлично проведем время. Главное, полезно. Следующая акция, которая у нас идет, это, так, где у меня тут она обозначена? Ладно, неважно, где она на слайде. Это 6500, но я думаю, вы все о ней знаете. Мы можем получать каждые 3 месяца подарки продукции на 6500 рублей. Это набор самой популярной продукции Power Matrix. Это и Matrix Salutem, и Matrix Decoris, и Matrix Visum, и Matrix Relictum. Вот этот набор самой такой, ну я считаю, и самой необходимой, и самой популярной продукции. Каждые 3 месяца многие получают уже такой подарок. Для этого достаточно просто. Условия здесь еще проще, да? Для этого достаточно просто самому покупать чуть больше, чем у нас активность, да? На 5200 получать возврат, покупать, получать возвратный бонус. И при этом в начале через 6 месяцев получить подарок, а потом получать уже каждые 3 месяца. Вопрос, почему нельзя менять продукцию в подарке? Ну, это такие условия, да? Такое условие для этой акции. Пока нельзя. Может, будет меняться, но в данном случае пока условия прописаны так. Но я считаю, что продукция, которая идет в подарки, она самая универсальная, потому что, ну, если в этой акции в любом случае фиксированный набор продукции, а мне кажется, очень удобно, когда в этом наборе продукция, которая нужна, в принципе, каждому человеку. Если там было бы конкретно по каким-то органам, понятно, что для профилактики тоже нужно всем, но это было уже не так универсально. Здесь очень универсальный набор. Также еще новая акция, которая была запущена в прошлом месяце для всех директоров и выше, это розыгрыш ценных призов для всех, кто является директором или выше в течение 2 месяцев или более подряд. То есть по итогам апреля, вот сегодня месяц закрылся, в смысле выплаты были сделаны, поэтому я думаю, после праздника сразу будет объявлена дата этого розыгрыша, в котором будут участвовать все вот эти люди, которые являются 2 месяца подряд или более директором или выше. В прошлом месяце розыгрыш состоялся прямо в прямом эфире из Доминиканы. Были разыграны и наборы продукции, и косметика, и новый современный мобильный телефон. Я думаю, в этом месяце будет набор подарков не хуже. Поэтому ждите информацию в ближайшее время. Она будет.
розыгрыш призов для директоров или выше. Это что касается акций. Сейчас директором быть в этом месяце максимально выгодно. Мы, во-первых, участвуем в акции на поездку, да, серебряным директором мы становимся. Серебряный директор также участвует в розыгрыше по итогам месяца ценных призов. Серебряный директор уже получает глубже по базовому бонусу, уже метит в золотые директора, где уже включается и еще глубже бонусы и возможность получать уже в том числе и командный бонус. Для командного бонуса у нас есть условия. Это два человека. Сейчас слайд. Два человека в ранге золотого директора в первом поколении. В принципе, тоже уже можно выходить. А вот у меня как раз этот слайд по 6500, который вначале потерял. Ну, этот слайд по путешествиям. По путешествиям я уже сказал, что действительно у нас за первый год существования уже компании было очень много поездок. И Чехия, и Сочи, и Доминикана. И моря, да, и европейские столицы, и курорты. То ли будет еще дальше. Участвуйте в акциях и давайте вместе будем ездить по миру, путешествовать, получать удовольствие, получать новую информацию. По открытым странам. У нас сертификаты, которые получаются в России, они действуют в Казахстане, в Киргизии, в Белоруссии. А какие там страны еще таможенного союза? Ну, во всех этих странах таможенного союза. По-моему, сейчас Армения и, может, что-то пропустил. И в странах Европы у нас сертификаты действуют по всем членам Европейского союза. Все страны, которые входят в Европейский Союз, в них можно работать официально, продукт сертифицирован. По Европе у нас осуществляется доставка, ну также и по России можно в тех регионах, в которых нету пока складов, можно работать с доставкой. В принципе, ничего не мешает. восемь восемьсот, у нас телефона нету, у нас компания сетевого маркетинга, у нас информация идет через ваших спонсоров. Обращайтесь по всем вопросам к человеку, который вам первый дал информацию, который, если вы уже зарегистрировались, вы можете обращаться к спонсору, к верхним спонсорам, информация вся будет. Если какие-то вопросы срочные, можно писать в систему техподдержки через личный кабинет. У нас нет целесообразно на данный момент иметь свой колл-центр, потому что у компании нет цели выполнять работу дистрибьюторов. Потому что за работу дистрибьюторов компания оплачивает по максимуму дистрибьютора. Ссылки есть, я думаю, вы просто их не увидели. Сейчас я вам все продублирую прямо здесь. Это у нас
ВКонтакте группа, в Ютубе у нас канал. Здесь и пока в Фейсбуке у нас официальной группы нет, но есть много групп партнерских. Если у вас еще есть вопросы, вы можете их писать в чате внизу или в разделе «Вопросы» вверху. Тоже есть, ну, в принципе, я уже говорю больше часа. Такой обзор небольшой маркетинга я сделал. Ну, если... На прошлом вебинаре я говорил примерные чеки по ступеням. Вот могу эти слайды тоже по-быстрому пролистать. Это у директора где-то там 15-20 тысяч рублей. Но это очень примерно, потому что у нас в зависимости от развития структуры, от того, как построена сеть, может быть очень большая разница. Но взяты средние значения – по квалификациям серебряный директор это уже 20-25-28, может быть золотой директор 35-40-45, уже может быть и автомобильный бонус, платиновый директор то уже еще повышается, это 60-70-80, уже командный бонус может быть, в принципе он может и добыть, но обычно примерно с этого момента включается. Рубиновый директор уже бонус может быть около 100 тысяч рублей. Сапфировый около 150, жемчужный около 200. Изумрудный уже около 300, бриллиантовый уже может быть 500 000. Уже хороший командный бонус, уже хороший автомобильный бонус. Амбассадор это уже... идет все ближе к 1 000 000, и там сенатор, консул, тут уже, конечно же, неограниченные чеки получают. Все зависит от развития структуры. В принципе, вот что я хотел вам рассказать сегодня. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, будем прощаться. О своем следующем вебинаре я сообщу также в чатах. Вы можете эту информацию тоже увидеть. И в ближайшее время у нас будет более четкое, ну, по крайней мере, по своим вебинарам, расписание по продукции вебинара с Любовью Викторовной Засориной из-за ее очень напряженного графика поездок сейчас, может быть, не каждый там вторник и пятницу. Следите тоже за анонсами. Некоторые дни может не быть, потому что поездка сейчас, поездка и в Киргизии будет, и много городов по России. У нас все очень активно работает, развиваются регионы. Поэтому, конечно же, тоже в регионах нужно бывать, что мы и делаем. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Увидимся и на следующих вебинарах в регионах и, конечно же, в сентябре на Средиземном море. До новых встреч. Успехов вам. И, конечно же, в ближайшее время будет анонс вебинара с розыгрышем, на котором, конечно же, всем нужно быть, чтобы... не пропустить, да, свой выигрыш. До новых встреч, успехов!